20 лет действующей Конституции. Это юбилейная дата принятия основного закона нашей страны, и украинцы должны осознанно воспринимать этот государственный праздник, уверена депутат Черноморского городского совета от партии «Солидарность» блок Петра Порошенко Татьяна Наумова. Оккупация Крыма, то, что сейчас творится на востоке страны, оно показало, что и в этом плане мы чего-то не доделали, не досмотрели, и вот к этому привело, в принципе. Поэтому, да, праздник, но, так сказать, с перспективой на дальнейшую работу и на правильное осмысление каждого буквально закона. По инициативе депутатов партии «Солидарность» блок Петра Порошенко в самом оживленном месте Черноморска прошла акция. Каждый желающий получил книгу с текстом Конституции и смог ознакомиться с основным законом Украины. Принятие Конституции было большим шагом для авторитета нашей страны на мировой арене. Вот. И ежегодно 28 числа мы празднуем этот праздник. Для нас это большой праздник. Партия БПП «Солидарность» сегодня в первую очередь ставит такую цель, как информирование граждан с их правами, их обязанностями, а также про изменения, которые были внесены по инициативе нашего президента Петра Порошенко. Бесплатные брошюры с главным документом страны в Черноморске разошлись в считанный час. Это праздник основного закона Украины, который желательно, чтобы соблюдали все сознательные граждане, особенно которые находятся у власти. Вот у меня даже маникюр подготовлен. Праздник в стране. День очень хороший. Надеемся, что он принесет нам в будущем правильное направление. На торжественном заседании Рады ко Дню Конституции президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в части правосудия. Поправки призваны обеспечить независимость судебной власти и перезагрузку судебного корпуса. Юлия Долганюк, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ.